Ну, вопрос. Есть ли жизнь на Марсе? Ну, тогда. Если марсиане живут под поверхностью и так далее. Но я не думаю, что там живут марсиане под поверхностью Земли. Я не изучал этот вопрос, не думаю. То, что там существуют базы других цивилизаций, это, конечно, есть. То, что была цивилизация, которая была уничтожена, именно была стянута атмосфера Марса, и все погибло на поверхности. Может, кто-то тогда и остался живой под подземельях, но не думаю, что они долго там протянули. И, скорее всего, я думаю, что там просто существуют базы, так как существуют базы на Луне, где находятся, кажется, живут и представители цивилизации, наблюдают за нами и так далее. Так что вот это мое мнение. Хотя детально под поверхностью Марса